Улицу Большую Морскую отремонтируют в 2019 году. Правительство Севастополя обратилось к горожанам с предложением поучаствовать в опросе, что на центральной улице города необходимо благоустроить в первую очередь. Замечания можно оставить на сайте правительства города по адресу sev.gov.ru в разделе «Опросы». Для этого следует пройти авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации. Кроме того, пожелания можно написать в группе «На связи губернатор Севастополя» во ВКонтакте. Предложения принимают с 27 мая по 30 июня.